Одной из жемчужин собрания Лондонской национальной галереи является «Женщина, купающаяся в ручье» Рембрандта. Возможно, это лучшее произведение голландского мастера из всех его многочисленных работ, находящихся в галерее. Купающаяся в ручье женщина – уже поздняя вещь Рембрандта, своей удивительной простотой и непритязательностью, резко отличающаяся от таинственной романтичности, например, Христа и грешницы. Кажется, что перед нами портрет с натуры. Не Версавия, не Сусанна, а самая обыкновенная молодая женщина, собирающаяся выкупаться в лесном ручье и, приподняв рубашку, пробующая, какова вода. Однако богатые парчевые одежды на берегу скорее наводят на мысль о библейской сцене. Так кто же это? Версавия, покорившая сердце подглядывающего Давида, или Сусанна, за которой подглядывали старцы во время купания? Во всяком случае, Рембрандт изображает молодую женщину весьма свободно и откровенно. Этот интимный бытовой сюжет, не притязающий ни на какое философское или психологическое значение, а лишь фиксирующий какой-то краткий момент, выхваченный из жизни. Рембрандт наполняет глубокой поэтичностью и волнующим чувством красоты окружающей действительности. Мы словно ощущаем истину жаркого летнего дня и блаженную свежесть прохладной воды, и тот покой и отдохновение, которые охватывают нас в этой тенистой чаше. В то время как волшебный солнечный свет, пробивающийся сверху, превращает все вокруг в сияющие драгоценности, озаряя обыденный образ женщины ореолом подлинной красоты. Позировала для картины почти наверняка Хенрике Стоффельс, с 1649 года ухаживавшая за Титусом после няни Гейертье и ставшая подругой художника до самой смерти. О том, что это именно Хенрике, говорит как ее сходство с другими полотнами, традиционно признанными портретами Хенрике, например, с портретом женщины у окна, так и дата создания картины. 1654, когда у подруги Рембрандта родилась дочь Корнелия. В те же годы Рембрандт работал над похожими сюжетами из Библии. Это Сусанна и старцы, и Луврская Версавия с письмом Давида. В 1654 году Хенрике Стоффельс уже была неразлучной подругой Рембрандта. Можно даже предположить, что широкая рубашка с большим вырезом скрывает фигуру беременной или недавно родившей женщины. Виртуозная живописная техника Рембрандта достигает здесь своих вершин, соединяя редкую свободу и широту выполнения с необычайной тонкостью передачи прозрачных теней или солнечных бликов. Рембрандт сам, по-видимому, осознавал достоинство этой небольшой вещи, поставив на ней свою подпись и дату 1654, чего он не сделал бы на простом этюде. В этой строгой и в то же время необычайно поэтичной картине тонкие, едва заметные мазки чередуются с более явными и энергичными, что позволяет передать фактуру ткани и чистоту прозрачной воды.